Всем привет, с вами Елена Смирнова. Сегодня я буду заходить в новый проект от админа Сокферма, где я неплохо вывожу денежку. Вот, он создал еще новый проект. Money.me.ru называется. Значит, уже пользователей 1085 человек, в сети 2 дня. Так, партнерочка 3 уровня. Можно начинать без вложений, плюс 10к, это, если я не ошибаюсь, 1000, что ли, скоростью в подарок. Ну, минимальный вывод рубль, партнерочка 10,5%, постоянные акции, постоянные конкурсы. Регистрация у нас, значит, вводим логин, email, пароль, и нажимаем «Зарегистрироваться». И тут, наверное, галочку надо поставить. Вход по имейлу и паролю, и у меня сразу начала майниться денежка, как мы видим. Значит, давайте пройдемся по кабинету. Ну, все то же самое, что и в Сокферме. Мой кабинет, собрать бонус. Вот, нажимаем собрать, и далее, что мои рефералы. Так, здесь наша партнерская ссылочка. Далее настройки. Так, ага, платежный пароль надо будет вставлять обязательно. Здесь все по новой. Значит, ну и сменить аккаунт. Я хочу пополнить. Я Сокферму пополняла. Я ее пополняла на 50 рублей. Туда сюда вкладывала. Ну, бонус бонусом, но, естественно, будет, как бы, да, майнится моя денежка, будет быстрее. Значит, собрать бонус, где у нас тут пыр, увеличить скорость, нажимаю, платежная система. Так, и я введу 50 рублей. Ой, это все надо стирать. Я пополню на 50 рублей. Нажимаю «Перейти к оплате». Опять «Перейти к оплате». Pair рубли. Подтверждаю. Так, я пополнила. Мои пополнения 50 рублей, как мы видим. Так, и что у меня? Здесь ваш доход показывает, сколько. Теперь я буду зарабатывать. Значит, собрать прибыль. Моя прибыль пошла быстрее капать. Ну что, скоро вот здесь будет серфинг. Значит, и здесь есть мини-чат. Можно общаться, можно задавать вопросы. Здесь находится админ. Вот, ну, а вывод, естественно, мы будем проверять. Я буду делать видеообзор по выводу. Кому интересно, присоединяемся. Можно начинать без вложений. Вот. Ну что, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Пока!